что, привет всем. Вот и 24-й год. Сегодня 31 марта. Мы решили съездить на дачу на разведочку. Сейчас выходим на наш проулок. Здесь снег, вода. Ну, это проулок. Видно, что снега больше. Да? Ну, погода сегодня хорошая. Планы. Есть сегодня работать. Ну все, пошли. Так, ну вот мы на участке. И сразу видно, что снега в этом году больше, чем в прошлом. В 23-м году, кстати, мы были 1 апреля, практически день в день. Сегодня 31 марта. Я люблю по снегу раскидать удобрения. Снег тает, и оно хорошо уходит в землю. Это нарциссы просыпаются. Вон здесь нарциссы. Еще в одном месте. Что у нас здесь? Здесь у нас, а здесь у нас чеснок, как всегда. Чеснок. А там есть чеснок или нет? А здесь? О, и здесь чеснок. Лезет чеснок. Ну все. Так, тюльпаны. Тюльпаны, тюльпаны. Тюльпаны. Во. О, и тюльпаны есть. И тюльпанчики. Сегодня их удобрим. Тюльпаном добрим. И в планах опрыснуть деревья. И накидать на газончик. Сюда накидаем карбамид. Все. Работаем. Сегодня деревья и кусты буду обрабатывать искрой и бордоской смесью. Главное правило при приготовлении бордоской смеси – это синюю жидкость наливать в белую. Никак не иначе. О, мерси. Добавляю препарат от насекомых и хорошо размешать. Чтобы подальше. После того, как опрыснула все деревья, приступаю к тюльпанам. Сначала убираю всю старую листву, а потом уже по земле рассыпаю удобрения. Thank you.
И осталась еще одна работа – подкормить азотными удобрениями траву на газоне. Ну и на этом сегодня, наверное, все. Зимой случилась неприятная вещь – сломалась вишня. Ну, попробую ее заделать хомутом. Посмотрим, может быть, выживет. На сегодня все. В следующий раз, я думаю, что мы приедем, уже снега не будет. Там уже будет больше работы. Но в этом году есть опасность подтопления. Большое количество снега, и во многих районах потоп уже вовсю. Будем надеяться, что до нас не дойдет. Ну а мы закрываемся и потихонечку отчаливаем домой. На улице между участками тоже тень, снега еще много. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч!